Он говорит, я хочу быть с тобой. А я бы спросил, а что ты делаешь для этого? У мужчины проблемы материального характера с его инициативы расстались. Вернулся к прошлым отношениям. Там эти проблемы решает она. При этом мужчина говорит, что хочет быть со мной. Не могу понять причины данного поведения. Ну, а чё, что там? Что непонятного? Причина данного поведения в том, что ему нравится и там, и он не хочет выбирать. А почему? Почему он должен выбирать, если ему нравится и там? Вы же позволяете это делать, правильно? Ну, то есть он говорит, я хочу быть с тобой, и это позволяет ему получать просто эти слова, позволяет получать ему надежду, какой-то секс, понимание. Ну, просто. Он говорит, я хочу быть с тобой. А я бы спросил, а что ты делаешь для этого? Милый, ты хочешь быть со мной? А что ты делаешь для этого? То есть, когда человек говорит, я хочу в туалет, он как бы, он просто идет в туалет. Если даже туалета нет, он идет в кустики, правильно? Это означает, он хочет. А если человек говорит, я хочу быть с тобой, но ничего при этом не делает, то он лапшу вешает, ничего он не хочет. Все же просто. Но вы же чебурашечка у нас, вы же ушки большие у вас, лапша на ушах держится хорошо, поэтому у вас есть надежда. Надежда. Мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в небе власть.